знаете, ну, музыкальные премии, они рассчитаны на то, чтобы получить удовольствие от музыки, от выступления любимых артистов, от потрясающих музыкальных номеров, которые к премиям очень сильно готовят. Я, например, сегодня днем была на репетиции, у меня тоже был красивый номер. И, конечно же, я планирую получить потрясающее музыкальное удовольствие, эстетическое. У вас три номинации. Лучший дуэт, лучший видеоклип и летящий поход. Ну, даже я об этом не знала, да. И вот, какой бы вы хотели получить больше всего? Пожалуй, клип или дуэт меня точно устроили, потому что я не знаю, что означает номинация «Летящей походкой». Это самое красивое. Да, ой, ну я не претендую, я уже в новом возрасте, да. И еще скажите, пожалуйста, за кого из своих коллег вы сегодня также болеете? Это все проекты продюсерского центра «Меладзе Мьюзик». Это же моя семья, конечно. Мое сердце сегодня принадлежит и болеет. Я поняла. Я вам желаю прекрасного вечера и, конечно, тоже получить все награды. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Чего вы ожидаете от премии? Ой, я удовольствие хочу получить. Наконец-то вы услышали мои молитвы, чтобы меня никуда не номинировали. И вот меня не номинировали, слава тебе, Господи. Вы будете просто отдыхать. Я буду получать удовольствие, болеть за своих друзей. А за кого именно будете болеть? За Сережу Лазарева, за Анни Лорак. Правильно. Я согласна с вашим выбором. Спасибо вам большое. Я желаю вам хорошего вечера. Нет. Спасибо. Что вас ждать от сегодняшней премии? Как ваше настроение? Настроение отличное. Ожидаю, прежде всего, праздник музыки, хорошего настроения, каких-то шуток, веселья, радости. Приготовили замечательный номер на песню «Ты еще любишь». Специально готовились, шили костюмы, делали постановки для того, чтобы удивить нашего зрителя сегодня в зале и всех телезрителей. Вы номинированы аж в 4 номинациях. Это лучшая песня, лучшая певица, лучшее концертное шоу и летящей походкой. Какую бы вы награду хотели бы получить больше всего? Конечно же, заветная награда – это лучшее шоу, потому что это не только моя награда, это награда 250 человек, которые работали, огромного количества людей. И, конечно, для меня было бы это очень приятно и очень ценно получить в этой категории. Ну, естественно, певица, потому что я не мыслю своей жизни без пения, без сцены. А прежде всего, если честно, пришла, чтобы получить хорошее настроение, повидаться с коллегами. Сегодня мы их увидим в зале. И хочется всем просто пожелать классного, отличного настроения. Спасибо большое. А вот за кого из коллег вы хотели бы проголосовать? Не в своей номинации. Ну, конечно, за моих друзей. За Сергея Лазарева, за Филиппа Киркорова, за Эмина, за Сашу Реву. Кто там еще? Я могу вам сказать, что они голосовали тоже за вас. Да? Ну все, ура. Значит, все сошлось. Я вам желаю прекрасного вечера. Спасибо. И собрать все друзья. Спасибо. Очень рада. Как ваше настроение сегодня на дорожке? В виде самолета. Ровное, как дорожка. В виде самолета. Я пощусь. Я сегодня пощусь, поэтому я не настроение такое. А что ожидаете от премии? Я вообще первый раз на премии РУ-ТВ и хочу посмотреть, что это такого формата мероприятия. Ну тогда с премьеры вас. Аналогично, да. А за кого вы сегодня будете болеть? Я вот уже проголосовал за пацанов. Номинация «Лучшая песня». А мы еще не проголосовали, но я теперь знаю, за кого голосовать. Я тоже заканчивал на арт-менеджер. Огромный привет всем вам, РМА, и хочу пожелать вам успехов, удачи, не оставаться, идти только вперед, вопреки всему, вопреки всем, верить в свои мечты, добивайтесь новых и новых побед. Всего самого прекрасного, всегда ваша Катя Верь.